Свежий номер «Одинцовской недели» приехал в город из типографии. Обо всем по порядку. Созвездие чемпионов в парке Малевича. 10 декабря Илья Авербух снова порадует уникальным ледовым шоу. Такого снегопада давно не помнят здешние места. В Подмосковье бушуют сильные метели, но коммунальщики успешно справляются с последствиями. С новым долгожданным домом. До 1 января в округе полностью решат проблему обманутых дольщиков. Кто из нас в детстве не катался на ледяной горке? Неделя разобралась в истории зимней забавы. А еще мы поинтересовались у горожан, где в Одинцово можно возродить эту традицию. У нас рядом с школой есть такая горка, там лед. Вот, есть неплохой. На Можайской 93 там есть большая горка, там недавно, ну, в том году каталась моя сестра и мой брат там. Наверное, в парке Малыш и на Лазутинской трассе. Я так думаю, что да. На улице Северной, но там, к сожалению, сейчас построили микрорайон большой. Ну вот на Лазутинке. Семейный выбор быть медиками. Династия фельдшеров из Голицына раскрывает секреты профессионального мастерства. Молодой специалист, строитель будущего, в парке «Патриот» прошел итоговый форум. Свыше 1000 школьников и студентов встретились с представителями крупных отраслевых компаний. Мы решили узнать у жителей, какой была их профессия мечты в детстве. Ну, вообще-то, хотел стать летчиком. Я хотела бы стать водителем трамвая, но моя мечта не сбылась. Учителем, но не стала. Да, был, не стала. Закончила политехнический, инженером стала. Я не знаю, не помню уже, чем я. Вообще учительницей мечтала. Мечтала стать врачом, но прервала седьмое поколение врачей и стала химиком-технологом. Ну, я всю жизнь работала медсестрой. Так что, наверное, была такая мечта. Читайте свежий номер «Одинцовской недели». Бумажный вариант газеты можно взять на фирменных стойках, а электронную прочитать на сайте. С вами была Олеся Лукина. До встречи!